Добрый вечер всем. Вы будете смеяться или удивляться, или не будете смеяться. Ну, сегодня опять 23 мая. Мы на улице Ланжероновская. Вечер. 7 часов, да, сейчас, папа? Да. Да, 7 часов вечера. Да? Полседьмого. Полседьмого вечера. 18:30. Мы опять пошли в город прогуляться. Вы будете удивлены, но все кафе забиты, везде много людей. Это мы через Горсад шли, но мы не снимали Горсад. Потому что мы здесь были, немножко зависли. Вот. И я решила снять опять, потому что мы не знаем, будем ли на неделе. Мы будем заняты, много работы у нас, слава богу. Поэтому снимем сейчас. Вот смотрите, сколько людей идет. Очень тепло, очень тепло. Жироновской. Там часть домов отремонтировали. Вот сейчас здесь ремонтируют. Там хорошо отремонтировали, красивенько. И сейчас здесь старый фонд, как говорится, да? Ремонтируется очень красиво. Ну, посмотрим, что там. А там, по-моему, отель или что это? А, отель, да, точно, точно. Вечером он светится вот здесь, фонарики. Сварщики. А где же здесь сам отель? Интересно. А? Ну, я не вижу, где. Куда же отель? Где же отель? Ну, а что-то они без стрелочек. Может быть, сюда? А? Странно. Сити-бар Чернослив. Раньше здесь был ресторан Украина. Тут были такие вкусные вареники. Кокотницы. И кокотницы. Вареники в горшочках. Ой. Вот смотрите, сколько людей. Мы поворачиваем на Екатерининскую. Вот я вам говорю, что все кафе забиты. Это мы видели там. Вот сейчас смотрите, сколько людей. Вот тут вход в полирояль туда, смотрите. Тоже туда идут люди. Ну что-то идут по этой стороне. Почему-то больше людей. Ну там кафе же нету. Ну да. Зато там есть антикварный магазин. Золото, антиквариат. А, смотрите, прям очереди. Вы поняли? Народ ожил, вышел в тепло. Вон байкер там стоит. А. Про ресторан Украину. Хороший был ресторанчик. Самое интересное, что вот я вспоминаю, да, в советское время. Ведь были доступные цены. Не было такого, чтобы что-то такое очень дорого, да? Я не говорю, что мы прям шиковали, каждый день ходили в ресторан. Нет. Но просто сам факт, что можно было, вот это, видите, вход в полирояль. Ну, в молодости можно было за 20 рублей посидеть. Да, и мы как бы так не сильно собирали. Мы такие транжиры были с Игорем оба. Любили. Как говорится, в молодости. Смотрите, это переулок Чайковского. Да. Продолжаем наше путешествие. Мы немножко отвлеклись, зашли в переулок Чайковского.
А сейчас опять идем по Екатерининской. Странно, Мэри Берри столики не выставила. Но они работают. Вот Мэри Берри. Мы не любим Мэри Берри. Нам не нравится. Кофе не сухой. Да, отвратительный кофе. Он почему-то все время холодный. Уже не делают сразу 100 литров. Да, наливают в бак. Ужас. Ну, там сказали, молодежь пьет какие-то коктейли, я не знаю. Ну, в общем, мы попробовали, больше мы туда не ходим. Слушай, и здесь ремонт, посмотри. А, это мексиканский был? Да. Что-то какой-то бум ремонтный. А, я вообще слышала, что наша городская власть объявила за этот год в Одессе починить все тротуары и дороги. Ну, слава богу, здесь такой магазинчик для туристов симпатичный. Одесская символика. Да. Разные вот приколы. Вот памятник Екатерины. И мы вышли на Екатерининскую площадь. А я думала, больше здесь людей. Обычно здесь не пройти. Да? Да. В городе больше людей сегодня. Мы тоже в городе просто. Не, ну я имею в виду там, на Дерибасовской, в Горсету. Так днем было больше, ты бы тебе не... Но были байкеры, да. Съезд байкеров был. Да, и здесь вот все столики были заняты, а сейчас прям посмотри. Видно, знали, что будет съезд байкеров. Здесь сейчас жарко, видишь, солнце. Ну да, здесь жарко, самое солнце, я согласна, да. Зонтики неправильные. Да, неправильно солнцики стоят, и тени нет. А вот здесь вот тени, вот уже люди сидят. Моменты. Приятно по Одессе гулять, когда тепло. В принципе, по Одессе всегда приятно гулять. В любую погоду. Да, когда неделю шли дожди. Да, и люди не хотели выходить никуда. Люди зарабатывают как могут. А ты кофе не хочешь? Не хочу. Хороший кофе в Воронцовском переулке. Да, неплохой там кофе варят, но я сейчас уже вечером кофе не пью. Это чревато для меня. Я люблю кофе пить по утрам. Я сама его перемалываю в зернах кофе и пью. Раньше я больше пила, сейчас не могу, потому что уже... Возраст. Нет, у меня никакого возраста, я молодая, красивая женщина. Потому что давление непонятное. Потому что я люблю крепкий кофе, без молока, американо, без сахара. Вот. Ну вот музыканты появились, там можно посмотреть. Обычно вот здесь сидит. Шушно. А мы идем по этой улице. Да. Ну мы пойдем. Папа Игорь захотел идти не по, как это, не по скверу, а по самой улице бульвару Приморскому. Вот, ну, кстати, бульвар Приморский когда-то назывался Николаевский бульвар, если вы не знаете. И застроен он только с одной стороны, очень красивыми домами. И один из первых был построен Воронцовский дворец. Или как он называется? Okay. Да, ну бывший дом пионеров. Да. В ремонте уже 10 да. лет, если не больше. Не вот 20. Это было одно из самых первых зданий на Приморском бульваре. Ну, где ж наши бабушки, которые танцуют? И дальше. Хорошо, а мы вот в этот дворик заходили.
О, давай зайдем, Игорь. Мы сюда не заходили. Вот это Приморский бульвар 10. Обычно здесь закрыто. Или мы просто пропускали. Добрый день. Вот посмотрите, какие здесь. Ой, посмотрите, какая здесь парадная, там двери. Это отель. Это отель, да, да, да. Ну, мы не будем заходить туда, потому что это отель. Вот здесь такой дворик. Ну и котяра, котяра. Красавец. Вот, посмотрите, это дворик. Очень симпатичный, милый, чистый. Вот с двух сторон отель, а вот прямо люди живут. Видишь, по-моему, белье сушится на балконе. Да? А справа-слева отель, да? Вот это слева и справа отель. Это лондонский, это... Это лондонский? Да. Да ты что? Масечка, ты такой красивый. Раз красивый. Да вообще красавец. Да, это де Версаль. А, ага. Это лондонский, наверное. Потому что это лондонский. Что, это лондонская кухня, не? Нет. Нет? Ваниль. А, ваниль. Видишь, это не лондонский. Спасибо, спасибо. Да, да. Да, это мы знаем. Мы думали, что это его кухня. Вот. Это столики в ваниле, да. Ага, вот, а, вот, отель де Версаль. А, это тоже отель де Версаль. Это все отель де Версаль. И поэтому я удивилась, не может быть лондонский. Лондонский, вот. Вот лондонский. И вот там вот, где мы вчера, ой, сегодня шли по... Ну, как это называется? Бабушки уже танцуют. И бабушки танцуют. Бульвару, какой французский бульвар? Французский. Приморский бульвар. Ну просто это улица, как правильно говорить? Да, вот смотрите эту красоту. Так, ну идем здесь, обойдем наши бабушки там по центру. Не, ну что-то для бабушек мало. Ничего, не слышно они, музыки. Они ждут слышно. Да, я же рассказывала, что бабушки ждут свою музыку. Но это будет позже, опять мы не попали. Они не танцуют. Танцуют только две. Ну потому что они ждут, другие ждут свою музыку. Ну это смотрите, дети. Городе. Я бы сама станцевала. Да. В городе идем медленнее. Начало. Пик будет позже. Ну, вот Игорь мне не дает снимать. Вот видите? Давай, ты будешь держать, я станцую с ними. Не меня надо. Снимешь. Не надо. Но я, меня не люди надо. Увидят. Что я еще такая, могу. Девчонка. Сестра. Вы в разных... Ничего. Возрастной категории. Ничего. Мы впишемся, мы поймем друг друга. О, смотрите, молодежь, молодежь, тусуется, тусуется, как молодые говорят. Да-да-да, молодежь снимем. Стариков сняли, теперь молодежь снимем. Смена, смена. Вот так я не умею. Они умеют.
что, девушка? Ага. Здесь уже перекрыто. Ну, здесь, в принципе, всегда перекрыто. Сюда машина никогда. Ну как, гостиница. Что, пойдем опять через здесь? Мы сегодня зашли. Или что, показать, сколько людей? Хорошо, давай покажем, сколько людей. А что все говорят, что у вас, где все люди? Люди на море. Днем люди на море. Да, есть уже приезжие, есть отдыхающие, как я поняла. Ну, может быть, это не из дальнего зарубежья, а с ближнего. Люди на выходные приезжают в Одессу отдыхать, на экскурсии, на море, на везде, где кому нравится. Вот. Ой. Ой. Не ядовитые, не кусаются, не прыгают. Кто это? Змеи? Да. Ой, мама. А где полом? Здесь не поломано. Там? Да. Видите, все фотографируются, селфится. Гуляют. А, Лёва. Вот мы примерно прошли по одному и тому же месту и днем, и вечером. Да. Мы переходим дорогу. Переходим улицу Жироновска. Театральная площадь, которая пересекает улицу Жироновска. Да, правильно. А вот сейчас, вот видите, герой Радянского Союза Одещины. И здесь фоткаются. Любимая женщина механика Гаврилова здесь снимали. Да. Кафе как бы, да. Гурченко играет. А вот и ЗАГС центральный. Палаццо Дружини. И вот здесь начинается улица... Ришельевская. Вот это первого номера нет, первый номер стесней. Вот. В советское время улица Ленина. Это музей восковых фигур Баба Утя. А здесь был ресторан Баба Утя. Да. Да, очень знаменитый ресторан Баба Утя. В советское время был НЭП, а у нас после Советского Союза было кооперативные эти ресторанчики, кафе. Ну, это, мне кажется, везде так было. Ну, нет? Да, наверное.
Дерибасовская. Да, вот это мы проходим Дерибасовскую. Что? А, широкие, да? Но все равно не такие. Такие. Да. Идем по Решелевской, вот это вот вниз тоже Дерибасовская. Видите? Вот это магазин «Гурман», когда-то здесь был мясной или колбасный, там было и мясо, и колбасы. Там висела на стене такая большая вывеска и часть коровы или свиньи, и было название, как оно называется. Помнишь такое? Я помню. С детства вот это что-то я помню. Там были сумасшедшие очереди. Просто сумасшедшие. В советское время, по-моему, везде были очереди. Да, да, да. Но это считался один хороший магазин. А еще ж на Дерибасовской был, в овощном, да, тоже был отдел? Нет, чуть дальше. А, чуть дальше, да? Чуть дальше, там, где сейчас напротив Европы, там тоже был магазин колбасы. Да, 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 кстати, там то... Во-во-во, точно, точно. Там тоже... Был хороший магазин, тоже можно было купить. Но здесь было больше людей все время, мне кажется, да? Или так кажется? Ну, я тебе скажу, на Дерибасовской были и «Золотой ключик», и не, продовольственные ну, ясно. Магазины. Сейчас все убрали. Убрали, вот, и овощной именно. Большой. И овощной, шикарно был овощной, да. Ну, буквально вот сегодня мне подписчица Катя, она мне... написала, что она вспоминает тоже и «Золотой ключик», и «Алые паруса». Здание снесли. Да, так здания нету, да, самого. Ну, построили новое. Которое стоит закрытое. Да, как построили, так, так и стоит. И мы не знаем. Что там, как. Ну, предполагалось, я так думаю, гостиница. Потому что да. Раньше там на первом этаже был «Золотой ключик», а вверху была гостиница. Старая Москва или Московская, что-то такое. Предполагаем, что это из клана Бадалана. Здесь помню. Да. И поэтому... Хочу показать этот дом красивый. Вот, мы переходим улицу Решельевскую и идем на улицу Греческую. По Греческой? Ну да, идем по Греческой. Прямо или влево? Не знаю. Как ты пойдешь? Как ты меня поведешь? Вот видите, везде каштаны, видите? Везде, везде каштан. Но потом будут цвести акация. Сейчас мы видим каштаны. А потом мы будем видеть акацию, да? Ну, вот такое у нас тоже есть. Никуда от этого. Хотя они убирают постепенно в город. Да, подземные. Убирают, делают подземные альфаторы. Да, конечно, очень удобно. Мы видели... Да, нажимаешь на педальку ногой, и они там под названием, где какой мусор можно выбрасывать, там, где отходы продуктовые, где пластмасса, где бумага. Это все пишется. Я не знаю, у нас есть сегодня последний звонок или нет вчера? По-моему, у нас нет, да? У нас... Нет, что-то есть. Нет, у нас же отменили. У нас же учебу нет, сделали отменили. До 6 июня. Девочка, я не знаю. Ну, я знаю. Отменили в Украине все вот эти... Нет, у нас продлили учебу. Ты не понимаешь. У нас последний звонок будет позже. Это я не знаю. Но я же тебе про это говорю. Я просто знаю, что вот эти вот прощальные вечера отменили. Нет, это опять же хотят. Если уже отменили. Да? Ты имеешь в виду банкеты? Да. Ну, мало ли что они. Да. Вот мы вернулись на улицу Екатерининскую. Ну мы туда не попали. Здесь тоже ремонт. Везде ремонт. Тогда вот там перейдем, нет? Переходим улицу Греческую. Ну, то прямо и пойдем, да? Ну да, идем по Екатерининской опять, только в другую сторону. В сторону железнодорожного вокзала, скажем привозом. Так. Привозом.
Вот видите, заканчивается на природе. Видите, какое вот разное мышление. Игорь имеет в виду, где заканчивается, а я имею в виду, в какую сторону. Что за нами Дерибасовская, а впереди железнодорожный вокзал. Ну, только чуть левее он. Вот тут смотри, какой Екатерининская, 25, дворик. Ну вот видите, уже от центра, когда отходишь, уже людей поменьше. Здесь когда-то был кинотеатр «Фрунзе». Здесь? «Фрунзе»? Да, мы стояли в сумасшедшей очереди, отстаивали. Ну а теперь это торговый центр «Кадор». Вот «Кадор». Спасибо всем, кто мне советовал, что принимать. У меня уже все прошло. Это уже я все принимала. Все, что вы советовали, я это раньше все принимала. У меня уже все прошло. Я уже здорова. Это вот у меня как бы остаточное явление. Вы извините, что я кашлю. Посмотри, какая корова. Ее здесь не было. Морозиво. Властного виробництва. Я думаю, это бычок. Почему? Потому что вымя нет. Да. Ну, наверное, все.